вообще должен быть. Сейчас мы сержант Попов для принятия воинской присяги прибыл. Надо соблюдать ее конституцию и законы. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Минуть достойно выполнять воинский долг. Мужественно защищать народ и отечество. Я, Вишневский Виктор Владимирович, торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Вчера снимает. Я, Михаил Потемкин, торжественно прибегаю на верность
своей родине, Российской Федерации. И мы прямо соблюдать ее конституцию и закон, строго выполнять требования воинского состава, приказчика майора. И мы должны выполнять воинский долг, выручить другую часть свободы, не знаю. Начальник учебной части сборов, подполковник. Вольно! Thank you.
отправили. Вот он теперь, газоны стрижет. Ну, а Миша говорит, надо их позвать, пусть он им расскажет, где лучше кушать-то. Слышал, да? Угу. Все-таки сюда его проверяют. Вот так нельзя проверять. Да, собака, да. Едет. Едет, чай. Урян, вы-то домой, да? Надо маленько поспать.